Меня зовут Пол Майклс. Я приехал к отцу. Привет, пап! Что это за место? Изначально это был секретный военный комплекс. Бегите в крепость! Привет, Роберт. Фредерик Балзари. Надо было убить тебя. Рабочие заканчивают собирать вещи. Кейт хочет вернуться в Мичиган и провести время с семьей. Может, мне поехать с ней? Что такое? Я что-то слышал. Не стреляйте! Сандра, нет! Все чисто, босс. Это невозможно. Почему? Потому что меня подстрелили и бросили подыхать, как собаку? Отпусти всех. Так и знал, что еще услышу твой мерзкий голос. Мы сами разберемся. Уже пытались. В первый раз ты украл у меня 600 миллионов долларов. Держись от него подальше. Где же ты, Роберт? Все кончено. Сперва умрет твой сын. Нет, не делай этого. Стоять! Кровь Пола на твоих руках, Роберт. Мамочка, наверное, гордится тобой. Мы не закончили. Где мои деньги, Роберт? Он разговаривает. Я впечатлен. Лучший способ отомстить – это уничтожить все, что ты любишь. Где мои деньги?